Всем привет! Меня зовут Елена, и сегодня я снимаю свой отчет в СП «Больше, чем просто большая» Юлии Неминской. И участвую в нем, напомню, с поэтическим салоном от СТ. Очень большая и красивая картина. А картина, кстати, действительно очень большая. А, тоже хочу напомнить, в ней 666 тысяч крестиков. Число еще такое. Ну так вот. Вышла я в этом месяце, за август, 4541 крестик. Это уже 55,8%. На самом деле, я думаю, что вышли еще меньше. Мы уезжали отдыхать в Грецию, прекрасно отдохнули, поэтому вышивала я мало. Но, тем не менее, как вы видите, вышло вот такой вот хороший кусочек. У меня, получается, был перерыв аж в 3 месяца, но, тем не менее, сейчас вот буду стараться наверстывать. Я уже говорила в начале этого года, что у меня по плану вышить в этом году 4 девушек. И вот сейчас я, хочу наконец-то вышить 4-ю. Не знаю, смогу ли я дойти до верха, но лицо 4-й девушки будет очень скоро. Вот прямо сейчас я пойду вышивать вверх, хочу очень видеть ее лицо. Так что думаю, в ближайшие месяца 2 оно уже просто должно быть. Вот очень хочу его увидеть. Картина, как видите, красивая, большая, действительно такая грандиозная. Одиночек здесь, немерено. Вот в каждом вот таком вот кусочке ориентировочно где-то 150-180 символов разных. То есть используются почти все цвета. Но красивая зато. Вышивается сложно, но опять же к этому я уже привыкла. Наоборот, я по ней соскучилась. Вышиваю сейчас с большим удовольствием. Даже себе оборудовала такое небольшое место, и даже не одно уже. Мы переехали вот. У меня уже и на балконе, и в коридоре, и в комнате. Везде диванчики, везде все для вышивки. Кстати, очень хочу себе купить торшер с подсветкой напольной. И, наверное, еще и с линзой. Вот, возможно, кто-то может посоветовать. Вот хочу такое. Напольный торшер с лампочкой, желательно двигающийся. И с линзой. Линза, я увлекаюсь микровышкой, пусть тоже будет. Если уже покупать, то чтобы было все. Возможно, кто-то посоветует. Ладно. А сейчас давайте посмотрим, что же я все-таки вышила. А вышила я вот уже полностью платье 4-й девушки, нижнюю его часть, подол. Вот кажется, что здесь как бы всего-навсего коричневая тона, ничего больше. Но сколько здесь оттенков. Вот оно не однотонное, оно совсем не однотонное. Здесь сплошная россыпь одиночек, россыпь крестиков. Красиво получается. Действительно красиво. Мне очень нравится. Вот действительно хочу я закончить, но боюсь, это будет не в этом году. Хотя бы в следующем, надеюсь. Посмотрим. Красивая картина. Очень красивая. А, и кстати, как вы видите, она у меня все еще не на станке. Но, похоже, все-таки я ее в сентябре на станок одену. Тем более, что у меня станок расшатался. С этими переездами он вообще там полностью у меня уже складывался, во все стороны гнулся. И вот буквально вот вчера мне муж за 15 минут его подчинил. Вот я ему как бы пожаловалась. Он так посмотрел, но у нас как бы ремонт был. Все под рукой. И шурупы нашлись, и шуруповерт, как бы все. Он так подошел, глянул, по центру там даже дырка была. Он просто туда вставил болт, и все. И снизу там по 2 болта. И теперь он, получается, не гнется, нормально стоит. Шататься, наверное, не знаю, будет, не будет. Попробую. Но, по крайней мере, он теперь не сгибается и не складывается. То есть он стоит как бы устойчиво. Я как бы еще там подумывала на ножку у него сделать 2 бруска потяжелее, чтобы он был более устойчивым. Я еще доделаю. Я потом еще отдельно сниму видео, покажу, как я там все сделаю. Когда одену. Я надеюсь, что будет уже поспокойнее, и буду вышивать. Вот как раз будет сентябрь, школа, еще не знаю какая. Так что надеюсь, что уже буду больше вышивать. А давайте я вам сейчас ее еще всю покажу. Вот такая она большая. Но и вышивать, как видите, еще тоже много. Уже чуть-чуть меньше половины. А сколько в ней одиночек. Их здесь просто немерено. Сколько оттенков.
Вот кажется, что на коричневое, но это не так. Вот присмотрите, сколько здесь оттенков. Здесь не просто коричневый цвет, здесь просматривается именно глубина цвета. Здесь, если смотреть на картину под углом определенным, кажется, что она именно объемная. Видна каждая складочка платья, ковер очень красивый. Вот действительно, 3D картина очень красивая. А здесь очень интересно проработана схема лиц. Но я уже не буду повторяться, но очень интересный у них эффект. Я уже показывала просто не раз. Вот вблизи мазня, вот мазня, но стоит слегка, вот буквально немножко отойти, и оно просто превращается в такое красивое милое личико, вот у первой девушки особенно. Ну, очень красиво. Волосы. Волосы, ну, прям каждая прядка отблескивает. Мне нравится очень. Картина действительно красивая. Ну, а гобелены... Их, конечно, вышивать далеко не просто. Хотя, кстати, вот гобелены, вот я бы хотела, чтобы они были немножко четче, с более четким рисунком. Вот это вот, наверное, небольшой минус этой картины. Но до гобелена мы еще дойдем. Пока вышиваем девушек. Но вышиваю, значит, легко и в удовольствие. Кстати, раньше я пробовала вышивать, вот последнее, ну, не последнее, а вот последнее время, когда вышивала, брать кусочек и от... самого маленького символа сначала сбрать одиночки и в конце вышивать те символы, которых много. Мне не понравилось. Как-то много одиночек и как-то в конце... Да, в конце вышивать, конечно, легко, но как-то в начале как-то неинтересно. Слишком много одиночек. А вот последний раз, вот в этом месяце, я вот взяла кусочек и начала от большего к меньшему. А вот мне намного больше понравилось. По крайней мере, хоть в начале были символы, которые я вышивала. Кроме того, я выходила как бы за края, вот как вы видите, и вверх, и в стороны. Ну, как-то больше вышивается. Ну, а там одиночки уже как-то там в конце уже довышивала. Здесь тоже, если не ошибаюсь, было 170 с чем-то символов. Ну, и в основном все были одиночки, 1, 2, 3, 5, 10 символов. И только там буквально символов 20 было, там от 100 там, до 50. Ну, все остальное было меньше. Ладно, не буду сделать видео. Надеюсь, что в следующем месяце повышиваю еще больше. Что будет время. На это очень надеюсь. Сейчас буду идти вверх к лицу. Ну, лица в следующем месяце, наверное, все-таки не будет. А вот через месяц, я думаю, что очень надеюсь, уже будет. Очень на это надеюсь. Так что я не прощаюсь. Будет еще много интересного. Подписывайтесь. И всем до новых встреч.